Алматы входит в десятку лучших туристических городов мира. Каждый день сюда прилетают тысячи людей со всех концов света. В мегаполисе для них создаются все условия. К примеру, сегодня запустили специальный автобус «Шаттлбас». Транспорт отвезет желающих в любую гостиницу города всего за 500 тенге. Чтобы заказать услугу, достаточно обратиться в информационный центр. Здесь же можно узнать подробнее об отелях и сделать бронь. Здравствуйте! Спасибо! Запустить комфортный автобус по приемлемым ценам – идея группы молодых алматинцев. Их инициативу поддержали в городском акимате. Все зарегистрированные отели и гостиницы вошли в перечень, по которым производится развозка. Пока в тестовом режиме работает только 6 машин. Но если вырастет спрос, вырастет и количество шаттлбасов. У нас в компании работает 6 диспетчеров и 3 посадчика. Все диспетчеры наши работают посменно, круглосуточно. Они владеют 3 языками – английский, русский и казахский. Свободно владеют ими. Вместимость маршрутки – 20 человек. Автобусы отъезжают каждые 30 минут. При желании туристы могут повторно заказать эту услугу. И тогда транспорт заберет их из гостиницы и привезет в аэропорт. Длинные очереди пока к диспетчерам не выстраиваются. Многие просто еще не знают о такой услуге. Одним из первых прокатиться с ветерком решил гость из Узбекистана Азимбек Абдумаликов. В нашем городе он уже во второй раз. Сделал отсюда бронировку, они помогли, все, и вот до машины тоже все решили. Ну, как, очень как приятно и удобно. Я расскажу всем своим друзьям, что они тоже использовались этой услугой. Отлично, будем пробовать каждый раз. По данным Департамента статистики, в прошлом году Алматы посетили почти 500 000 человек. Большинство – жители России, Китая, Ирана и Индии. Ожидается, что в этот туристический сезон их будет в разы больше. И для всех подготовлена насыщенная развлекательная программа. Цветовое 3D-шоу и фестивали отдыха у подножия гор, приуроченные к празднованию тысячелетия мегаполиса. Ардак Камал, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».